Добрый день всем! Сегодня будем ремонт Форс 051. Проблема такова, что проскакивает лапка кикстартера. Умерла. Вот. Слышите звук? Через раз. Ну, как надо и как видите, всегда наводится. Как довести мучаться недели за долг. Это последний раз, который я завел. Для того, чтобы поменять будет полностью храповой механизм, нам надо будет ключик головкой на 8 с решеточкой, шестиградник мне здесь для снятия лапки, ну и в принципе все. Солидольчик для того, чтобы смазать, ну и сам механизм. Я никогда не ставлю один механизм, я ставлю полностью комплект. Вот. Потому что если одно поменяешь, то второе тоже выскочит. И то ломается. Здесь какие-то немножко покачественные зубья, которые я стал очень плачевные. Ну посмотрим, но не одно. Так что видео начинаем. Вот. Начинаем видео. Так, я обычно снимаю лапку, потому что удобнее. Сразу снял и добыл. Либо подкушен, если все походит. Видите, сейчас какой. Ну и что? Теперь мы берем головку на 8, трещотки откручиваем полностью крышку, все. Наряд умеет улетать, убегать, так что это так. Ничего, я взял медицинскую коробочку от аптечки. Удобно складывать болтики сюда, а здесь дополнительные болтики или там инструмент. Весьма удобно, прошу взять на заметку. И не так много занимает места в бардачке. В принципе, все необходимое можно сложить. Вот. Крышка горячая. Очень горячая, поэтому идет сейчас попрыгать. Сама просто став на волю. Вот. Все горячее, так что только приехал. Ставим, понимаете. Железо имеет свойство греться. Вот, уже проехал на этом скутере на 51-м после моей покупки и моих всяких там допиливаний, да, капиталок уже больше 8000 на нем. Ну, я эксплуатирую его в жестких условиях, поэтому может что-то не так. Какое-то получше качество купил. Вот.
поинтереснее, мне даже самому нравится. Ну и здесь снимаем штопорное кольцо. Вот. Штопорное кольцо. Пальцы горят. Пальцы горят. Что такое взять? Как обычно. Как не надо, оно соскальзывает. А как надо, так она не говорит, что достала уже. Вот это все. На камеру все это. Учений, а когда не надо на канал, сейчас использует моментально. Что такое? Что такое? Попробуем ключ, что-то еще. Должно быть специнструмент, у меня как бы всегда под рукой его нету обычно, но есть. Вот, поэтому вот так и получается мучение. Лицо поменял новое, думаю, подбитое, которое не хочет себе сниматься. Посмотрим, что положим. Вот так шлифуют хряповики, обламывают зубы и все, как и на этим. А потом все остальное шлифуют. Нашел чем вернуть. Колечко надо надеть, оно очень хорошее еще. Вот еще весь механизм. Пружина. Короче,
разбалтывается здесь. Вы нас получается вот здесь, именно на втулке. Поэтому болтается. И вот так износилась, получается, шестерня. Нормально, да? Пружина тоже будет менять. Конечно, полностью все будет новое. Втулки. Все. Потому что здесь бесполезно ставить ДУ. Но со временем все. Заново. Начинает сыпаться, если один механизм поменял, то второй тоже все понятно. Сейчас бушный. Тут взаимосвязано, в принципе, все. Так-то так. Штопорное кольцо у нас. Втулка. И полмесяц. Вот. Как-то так. Что, начинаем собирать? Для того, чтобы собрать полумесяц, нужно смазать немножко солидольчиком рабочую поверхность. Вот это вот тулочка, где становится. Ну и здесь. Именно оборотку. Немножко, но надо. Все. Больше ничего не надо. Ставим сюда. Так, чувствую, что оно не такое, как нужно. Но это ничего, посмотрим. Оно не оно. Пружину мы поставили. Втулочку. Никогда здесь не смазываем. Входит туда. В принципе, нормально. А здесь смазываем направляющие. Нам обрубили свет. Сейчас пойдем. Соберу. Вместе. И собираем крышку. Оно вот так оно. Здесь крючок. И здесь. Вот так. В принципе, одна стала. А еще умеет она выскакивать. Так что следочек подальше. И заново. А? Не знаю. Все. И здесь посадочная на колечко ставим. Ну а здесь я предлагаю что-то положить. Например, вот эта вот часть, она хорошо выпуклая, подойдет. Чтобы оно не соскочило. Ставим штопорное колечко. Новое желательно. Потому что она тоже иногда снашивается. И получается эллипсом на кольце. Все, мы поставили бендикс. Сейчас прикручиваем. А лапку. Вот она так становится. Немножко повыше я ставлю. Слегка. Все. И закручиваем нашим волшебным болтиком.
шестигранник. Не знаю, почему я их люблю. Я их люблю, потому что это еще с итальянского скутера. И они еще себя покажут с лучшей стороны. Все. И ставим механизм. Все, мы поставили механизм, все работает, все крутится. Ставим крышку обратно. Так что спасибо всем за внимание, а я пойду просить, чтобы включили мне свет, и буду собирать дальше. А теперь я продемонстрирую, как мне доводится скутер, как работает лапки после нашего ремонта. Ключ. Досмотрел до конца. Спасибо всем. Жду подписок, лайков.